Мы совместно с администрацией Ростова пришли к выводу, что на Станиславского необходимо высадить вечно зеленый кустарник в живую изгородь. Мы сошлись на том, что это должна быть жимолость шапочная варигата. Это достаточно живучий, хорошо зимующий наш зеленый кустарник, который будет уже через пару лет высотой более 1 метра, создаст плотную живую изгородь и будет защищать пешеходов от пыли, грязи, летящих с дороги. И просто будет красиво выглядеть вечно зеленый кустарник, который круглый год классно дополняет озеленение улицы Станиславского. Тем более мы высаживаем его именно в тех частях, где уже есть деревья. Высадка кустарника производится за счет жителей Ростова, за счет активных жителей, которые менее чем за неделю скинули нам более 40 тысяч рублей своих личных денег. Нам жертвовали от 100 рублей буквально до нескольких тысяч за один раз. Пожертвовало практически 100 человек на все это дело. И теперь силами таких же неравнодушных жителей мы организуем посадку. Также нам очень помогла администрация Ростова в проведении земляных работ. Грунт, который также был заказан на деньги жителей, был здесь размешан и высыпан силами работников ЖКХ. Они же занимались вывозкой старого грунта, который был перемешан со строительным мусором. И проводили все необходимые земляные работы буквально чуть ли не круглые сутки на протяжении последних лунки. Планируется еще дополнительно засыпать эти лунки щебой древесной, либо корой. То или другое нам нужно для того, чтобы помешать сорнякам прорастать между кустарниками, облегчить их обслуживание и позволять воде, которая заливается под корневую систему, подольше удерживаться в грунте и питать корни растений. И сколько на это надо средств? На это нужно около 15-20 тысяч рублей. Дополнительно к тем собранным? Да. Это еще сбор продолжается, нам нужно еще собрать эти деньги.